Так, ну вот еще в магазине сейчас окупились. Народу, конечно, немерено, но тем не менее мы купили все необходимое, что нам надо. Ну, 688 рублей. В принципе, такой средний чек получился. Ни много, ни мало. Да, чем там взяли? Кубасы, дошираки, всякого барахла. Да. Не, у вас здесь такие демократичные сцены, да? У нас вообще тут лучшая точка. Да? Потому что сюда. Сейчас. Здесь сюда, сюда приходит. Очереди, короче, постоянно, да? Ну, я смотрю, вот этот магазин, этот пута, популярность пользуется. А вечер добрый всем. В общем-то, вышли еще раз прогуляться по Судаку. Вот такое местечко здесь тоже нашли интересное. Чем-то напоминает Абхазию даже. А, ну вот, в общем-то, идем в этот парк. Сейчас зайдем немножечко так посмотрим хотя бы. Не будем, конечно, весь парк проходить, но просто интересно хотя бы, что там есть интересно. Вот отсюда я уже наблюдаю, что там есть памятник Владимира Ильича Ленина. Наверное, как в любом городе. Как в любом городе, да, советского периода. Ну вот он. Вот такой вот парк здесь, короче говоря. Владимир Ильич там показывает. Ну, детские машины катаются. Кстати, вот народ, вы зашли в магазин, в супермаркет в Судаке, Пут, цены вполне приемлемые, вот на водку тут 467, да, 336, 317, короче, ну, вина, вполне нормальные цены. Пиво Андервуд, даже за 43 рубля можно найти, Фрес, Белый Медведь 50, да, Жигулевская 54, в принципе, я считаю, это нормальные цены. Но это, наверное, единственный магазин, который, Крымская Ривьера 67. В остальных магазинах, смотри, бахчисарайские вина 275 рублей. Конечно, неизвестно, где их разливали. Сухое красное. А, доширак 45, здесь 51. Ну, немножко подороже, чем у нас в Москве. Там 31, по-моему. Яйца, кстати, нормальные цены, да? 51, 54. Вот приемлемые цены. Ну а выборы, короче, насчет молока здесь, вот самое дешевое мы сейчас видим, 93 рубля, да, самое дешевое. А нам сказали, здесь и за полтинник бывает. Ну, в данный момент его нету, потому что, наверное, скорее всего, разобрали. Вот так вот. Айран 39, в принципе, нормально. Вот оно было за 46 рублей молоко, его разобрали, походу, 0,9, да? Здесь осталось за 80, 83. Сметана 80. У нас за полтинник сметану можно купить, и вот эту. Даже бывает за 45. Ну, колбаса 29, да, получается? 29 курица. А вот салат, кстати, можно взять какой-нибудь. Баклажаны, производитель Крыма, резанные с морковью по-корейски. Давай возьмем. А, вот, кстати, морская капуста моя любимая. Морская капуста, производитель Крыма. Возьмем вот. Ну, кинкали здесь 143 рубля у нас. В принципе, есть даже какие-то пельмени вообще тут по копейке стоят. 400 грамм, правда, 41 рубль. Честный выбор. Жалкое подобие, одна соя сплошная. 81. Сколько они? 81? А ты их знаешь, этого производителя? Ну, наверное. Ну, такие, в принципе, по акции, да? Типа 81 рубль стоит. Так 141 типа стоили. Ну, а тут папа может. 171. Кубаса, кстати, есть какая-то за 49. Ну, это, наверное, вообще просто химия сплошная. Не знаю, говядина ГОСТ, тут тушенка, да, у нас 139 рублей стоит, в принципе. Есть еще какая-то, Руском, 102 рубля. Ну, не факт, что она хорошая, рисковать не будем. Но вот масло здесь 63 рубля, да, в принципе, есть. 63 тоже нормально. Не, нормальные цены такие, как у нас в Москве. 91, 90, 98. Даже очередь будет. Манка тоже недорогая, 30 рублей. Ну, всякие принадлежности купальные, да. Гели всякие для душа, там, для шампуня. Ну, вот реально, по акции по 90. Цены. Нет, здесь вот этот магазин Пут реально хороший. По сравнению с другими маркетами. Находится, это потом узнаем. А, ну, вода вот 46 здесь, да, крымская 2 литра. Это, получается, святой источник 31. Нормальные цены, да? Нет, его за 24 мы нашли. Потому что, допустим, у нас
ниже полтинника 60 рублей нету. Она возле моря вообще возле нашего места, где мы живем. 70, только 0,5-60. Угу. Поэтому это вот прям хороший магазин. Пут, да, он называется? Угу. Торговый центр. Так что, кому не лень будет, идите сюда. Все, сделали рекламу магазина. Нет, тут, в принципе, он не нуждается в рекламе, здесь народу и так много. Да, здесь цены такие же, как и в Москве. Ну да, какие-то даже акции проходят. Все, зашли еще раз в магазин Пут, смотрим тут цены. Народу сегодня очень много. Что есть у нас по ценам тут? Бекон, 81 рубль по акции, короче говоря. Сыр копченый берем, да? Угу. Какую? Черкизово. А, ты взяла Черкизово. Ой, Преображенская. Преображенская? А, она тоже Черкизово. А сколько стоит? 186. 186 рублей. Ну, короче, Краковскую хотели взять с собой в поезд, но ее нету. Хотели с собой взять Краковскую. А как она переводится? А, продукты у дома, да? Ну, народ, вот продукты у дома, как бы, да, у нас, конечно, не очень близко. Метра, наверное, полтора. Или километр. Ну, народ немерено сегодня. Зашли мы в прошлый раз, было гораздо меньше. Скажи ваше впечатление от увиденной очереди. Грешки. Переживем. Это говорит о том, что очень много встречали. Что много? Побольше таких магазинов надо делать. Да. В городе. А при Украине было два? Он, по-моему, единственный здесь, в этом городе. Так что это минус. Ну, более бюджетные цены, поэтому... Так, ну вот еще в магазине сейчас окупились. Народу, конечно, немерено, но тем не менее мы купили все необходимое, что нам надо. Ну, 688 рублей, в принципе. Такой средний чек получился. Ни много, ни мало, да? Чем там взяли? Колбасы, дошираки, всякого барахла. Да. Много всего. Практически ничего. Яйца. Почему? Сосиски, колбасы. Яйца. А, сосиски, колбаса, да. Бекон еще. Здорово, еще и там какие-то консервы. Нормально. Пойдет, Игляшка тащит. Что такое же, баклажаны? Не, давай пару баклажанчиков возьмем. Фух. Не, зелень не нужна. Я говорю, там персики эти домашние. Почем они? По 50 рублей. По 50 рублей домашние персики, отлично. Посмотрим, может быть, возьмем. А можно пару баклажанчиков? Что там, снимать видос? Да. Да. Алло. Проводим соцопрос. А для чего снимать видос? Да, для своего канала. Для какого канала? Ну да, так просто. Ютуба. Ну, для Ютуба. Что сказать, давайте я скажу. Давайте, говорите что-нибудь. Как жизнь вообще, как вообще живется вам при России лучше? Да, я украинец. А, ну, то есть особо ничего изменений, как в лучшую сторону, не наблюдается? Ну, то есть сюда переехали, да? Нет, я приехал работать. Просто работать? Да. Ну, трудностей никаких нету, пересечения границы там вот у вас? Никаких. Вообще никаких, да? И потом, когда возвращаетесь? Кокаин можно вести. Там как Пашка наш. Понятно. Да, с витриной. Здорово. Да, давайте, потом... А так вообще по Украине все дешевле, мне кажется, было все равно. Конечно. Тут и мясо было, как бы все, тут люди приезжали таким средним достатком. Ну, Московская область. А, ну, при Украине, да, все было намного. Все себя чувствовали чуть ли не такими. Кто приезжал там, допустим, 15-20 тысяч зарабатывал, они себя чувствовали здесь вообще прекрасно. Не знаю, как Россия, украинцы намного себе легче. Ну да. Здесь в основном Украина. Не, а инфраструктура как-то развивается в лучшую сторону вообще? Дороги, что-то же делается, правильно? Да. А? Думаю, да. Ну, я смотрю, вот Судак там, вот, да. Но пока еще не дошли, наверное. Москва не сразу строилась, как говорится. Особенно от нового света до Судака. А что, плохая дорога там? Вообще, пока доедешь по серпантину, у меня... Не, ну это просто серпантин. Не, просто она боится, у нее страхи, фобия, поэтому она... А дайте нам вот пару баклажанчиков вот таких. Фобии, конечно, одно неверное движение, и ты улетел. Такой аттракцион бесплатный, да? Едешь, еще и адреналин получаешь. Ну, всего 10 рублей. В килограмм, давай на полтинник. А? А вот, наберите. Это? Ну, да. Это стабилизатор. Чтоб съемка была такая, знаешь, ровная, никаких движений, трясучки никакой не было руками. То есть получается все плавненько, аккуратненько. Ну, помидорчики такие здесь. 50 рублей цена. 50 рублей. Огурцы 50 рублей. В принципе, как в Москве, наверное, такие же цены. Да. О, кукурузка. Еще такие вполне приемлемые цены. Давай.
Персики набираешь? Персики бомба. Сладкие, да? Конечно, вот настоящие персики. Они здесь крымские вот эти, да? Конечно. Это вот, это абрикосы, это не персики. Mm-hmm. Вот персик. Да мы тоже брали как-то маленькие вот. Персики настоящие. Вот. Вот это персик, как говорится, знаешь, персик. Настоящий, да? Ну вот, конечно, он. Не, а мы привыкли, Турция, бля, какая-нибудь, там привозные у нас в Москве, нектарин там найдешь, блин. Хороший. Вот здесь виноград вот, вот тоже местный. Нектарин, по-моему, как да, считается. Да, нектарин. Финька, арбузик. Нет, нам понравилось здесь у вас. Сейчас вот возвращаемся с этого, с мыса Меганома. Вообще шикарное место, нам понравилось. Особенно как, мне чем-то напомнил Балаклаву. Я Балаклаву отдыхал когда. Есть такие бухточки тоже похожие места. 29 рублей. Ага. На 50 долларов. Округлим, так сказать. Давайте, до полтинника. Я думаю, мы их скушаем все равно. А ты расплатился за кого-то? Нет, нет, ничего. 50 рублей. Угу. И баклажанчики там два, там уже мне отложили вроде бы, девушка. 10 рублей. Ага, 10 рублей там, да? Рублей. Так, 50 и 10. Вот, выгодно. Не, у вас здесь такие демократичные сцены, да, были. У нас вообще лучшая точка. Да? Судаки. Конечно. Потому что... Ленина 38. Сейчас. Весь судак сюда приходит. Очереди, короче, постоянно, да? Ну, я смотрю, вот этот магазин, значит, этот пута, популярность пользуется. Ой, работать, все, у меня уже мозг. А вот этот, а вот этот мозг... магазин при Украине по-другому назывался, да? АТБ. Как? АТБ. А как переводился? А как переводился, никто не знает. А, не знаете, понятно. АТБ у нас так говорят, АТБ. Ладненько, все. Меня Валерий. Давай, Валерий. Валерий. Все, очень приятно, хорошей вам хорошей торговли. Он тоже такой, без этого, без комплекса. Молодцы, давай. Все, удачи. Удачи. Хорошего отдыха. Спасибо. Спасибо. Вон арбуз, смотри, 70 кг. А, такие уж. А, по 10 рублей за килограмм. Ну вот, короче, вышли из этого магазина. А, сеть продуктовых магазинов Пут. Ну, правда, это один магазин находится у нас, который в Судаке. Ну, в общем, сейчас его переименовали. Во время Украины он по-другому назывался. Самое хорошее то, что здесь есть еще и банкомат РНКБ, где можно снять со сбербанковской карты. А, да, вот он, кстати, РНКБ. Со 100 рублями комиссия. РНКБ, это вот он, кстати, вот виднеется. Вот где девушка сидит, чуть повыше. И вот здесь даже акции какие-то проходят. Показывают цены. Вот адрес. Какая-то у нас центральная улица. Пут переводится как «продукты у дома».